Старые проблемы и новые пути решения. В Больших Везёмах состоялось выездное совещание главы муниципалитета Андрея Иванова. В числе основных точек – территория бывшего бетонного завода, амбулатория, сквер в микрорайоне «Городок 17». 10 числа у нас уже все, мы подводим итоги аукциона, и я думаю, что, конечно, 10 августа, да, подводим итоги. Уже подводим итоги аукциона, подписываем контракт и в сентябре заканчиваем. Мы закончим и вашу площадку, и комплексное благоустройство двора, и доделаем парковку абсолютно. В сентябре. Еще одна важная точка, которую посетили в ходе выездного совещания – амбулатория. Там Андрей Иванов встретился с главным врачом Одинцовской областной больницы Андреем Фадеевым. Уже в сентябре медицинское учреждение примет своих первых пациентов. Всегда неудобно жителям перемещаться через наружные пути. Поэтому нам нужно и в одной части города держать определенный набор медиков, и в другой. Одна из проблемных зон Больших Везём – незаконная свалка. Здесь уже долгое время выбрасывают мусор со строек, а также бытовые отходы. Меры по устранению противоправных действий примут в ближайшее время, отметил глава муниципалитета. Выезд сегодня на предприятие «Спектр» или СДК, как он сейчас называется, дал нам возможность увидеть незаконную свалку мусора, свалку отходов и строительного толка, и просто бытовых отходов. Незаконные машины, которые его туда привозят или сортируют, или вывозят. Также появился незаконный цех, и все это на наших глазах. Все проблемные участки Больших Везём взяты на контроль. Работы предстоит еще много, но главные задачи на будущее намечены, сказал Андрей Иванов. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».